С вами Иван. Сегодня я хочу рассказать и показать, как я, собственно, делаю гитарные видео на YouTube, как я записываю подминусовку, свою игру, накладываю, монтирую, режиссирую, продюсирую. Итак, я ставлю освещение, беру в руки гитары, включаю под HD Pro. И записываю в Кокос Риппер. Как видите, у меня здесь две дорожки. Минусовочка. Итак, клипы вставлены в Final Cut Pro X, 10-й Final Cut. Вот у меня ритм партия, вот у меня соло партия. Вот на таймлайне я разместил клип. И если его запустить, то тут звук будет ужасный. Ну, в общем, вы поняли. То есть, это звук с камеры. А я хитрым образом подставляю под клип звук, взятый из редактора. И теперь передо мной стоит такая задача, как совместить этот звук со звуком с камеры по аудиограмме. Если приблизить... очень сильно. А можно увидеть вот здесь, по сонограмме точнее, пики. Эти пики приходятся, на, как правило, на удары барабана. Такие же пики можно увидеть и на моей вот этой вот зелененькой записи из Рипера, из аудиоредактора, чистовой, хороший, нормально звучащий. И вот по этим пикам, путем передвижения вот так вот влево-вправо, визуально я нахожу, где будут совпадать дорожки. Естественно, я их прослушиваю. Ну, в общем, это, как вы поняли, достаточно нудный процесс, отнимающий время, и помогает, как правило, метроном, звучащий в самом начале, отстукивающий такие вот одиночные пики. Вот у меня тут где-то они есть. Тын-тын-тын. И по ним вот как бы легко сориентироваться. Соответственно, дальше я накладываю вторую дорожку с ритм партии. И она у меня сейчас закрывает нафиг собой дорожку с соло партии, как видите. И следующая у меня задача — это на конве, на моем 720p мини-экранчике разместить два окна таких в стиле камеры слежения. Как же это сделать? Те мои ютубо-зрители, которые сами пользовались или пользуются какими-то программами в Microsoft Windows, типа Sony Vegas, Adobe Premiere, Movie Maker на худой конец, они знают, какая это, как говорят наши английские братья, боль в попе. А по-русски какой-то гемор сделать такую, казалось бы, простую фичу.
Так вот, как это делается на Маке. Идем в Scale, ставим 50% на обоих клипах. Ну и теперь, собственно, раз и два. Готово. Теперь у меня натуральная запись в два экрана в одном экране. Картинка в картинке, кадр в кадре. То, о чем мы все так давно мечтали. А благодаря тому, что я эти обе записи по сонограмме синхронизировал с записью чистовой из аудиоредактора, у меня все совпадает синхронно под клик, как еще иногда говорят. И, естественно, я потом оригинальную дорожку убираю в ноль. Вот эту вот. Видите, я регулирую громкость аудио в децибелах аудио с камеры. Убрав на обоих камерных аудио дорожку в ноль, у меня останется только аудиодорожка чистовая, которую вы и слышали в начале этого видео. Дополнительно я использую какие-то корректирующие фильтры. Вот такие у меня есть фильтры, такие, сякие. Много чего в Final Cut полезного и удобного. Иногда я использую не фильтры, а просто захожу в цветокоррекцию и меняю экспозицию. Ну, в общем, сатурацию или оттенок. Все, что угодно можно тут сделать, как вы уже поняли. Все это классно работает, великолепно совершенно. Я страшно доволен этой программой, страшно доволен, что купил. Она, кстати, не безумно дорогая, как какие-то адабовские эти фотошопы всякие. Удивительно, но доступно. Вот, так я делаю видео. Для справки, мой компьютер Mac Mini вот с такими вот свойствами. Ну, и даже голос свой я сейчас записываю в этот же самый Mac Mini скрин-рекордингом через Line 6 под HD Pro. Микрофон у меня Audix, конденсаторный, для справки. Для съемки видео я использую аппарат Canon EOS 7D. Ну, это, скажем так, компромиссный вариант. Это не такой супер-мега дорогой, как Mark II, Mark III, Canon. Да, это фотоаппарат, кстати. Это не видеокамера. Сейчас открою секрет для тех, кто не знает. Все видео снимают на фото. Это точно так же, как с телефона делать фото и видео, вот теперь делают это с фотоаппарата. EOS 7D прекрасно снимает в 1080, 720, но единственное, что я все время снимаю в 720, из-за того, что в 720 он дает 50 кадров в секунду, а в 1080 25, в половину меньше. Но при этом качество картинки, конечно, великолепное. Фотоаппарат Canon снимает на CF-карточку памяти, фактически стандартная 32-гигабайтная. У меня на нее много достаточно видео влезает в крупном формате, и они сразу же в файлы в формате MOV, то бишь MOV, маковский видеоформат, родной, нативный, и при подключении по USB проводу фотика к маку в Final Cut сразу же это дело импортируется в лед, что называется. Это большая радость для Mac-юзеров. Объектив у меня вот такой вот, 24-105L. L — это вот эти с красной полоской. Объективы экстра-класса. В принципе, это практически без вариантов. Единственное оптимальное, что не стоит миллион денег и имеет зум, то есть можно приближать и удалять, и как бы доступно. А до этого у меня был китовый, как его называют, объектив, дешевка там за 7000, 35-135, или как он там назывался. Ну, в общем, разница колоссальная, поверьте мне. Фактически разница пропорциональна цене. Ну, а до фотоаппарата у меня была камера Toshiba Comilio H30. Сейчас уже она даже не продается, настолько это давно было. Она, тут видите, тоже написано Full HD, 1080, 100 миллионов тысяч. Но качество там, конечно, просто угробищное по сравнению с фотиком. Так что, как бюджетный вариант, ну да, сгодится. Вы можете посмотреть
видео, в частности, из Италии, снято вот на эту чудо-камеру. В принципе, Final Cut'ом можно там что-то вытянуть, как начальный вариант пойдет. Ну, да, пойдет. Но фотик лучше. С вами был Иван. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, смотрите мои видео. Пока!